целях профилактики и предупреждения ДТП, повышения культуры участников дорожного движения в период с 18 по 20 октября на территории Котласа и Котласского района проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», в рамках которого сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание таким нарушениям правил дорожного движения, как переход проезжей части пешеходами в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.